Всем привет, это распаковка для портала «Игры и игрушки», и сегодня в руках у меня вот такая коробочка с научным набором от компании «Ракета». Сегодня мы с вами будем делать опыт, а именно лава-лампу, создая шоу цветных пузырьков. Рекомендуемый возраст 10+, наш научный набор вот в такой картонной коробочке. С этой стороны написано «Собери всю серию захватывающих опытов». Нам компания «Ракета» предлагает еще «Искры в воде», наша лава-лампа и «Парящая ракета». Очень интересный опыт для детей, который ребенок сможет сделать сам или под присмотром взрослого. С помощью набора лава-лампа ты сможешь создать настоящее чудо из цветных пузырьков. Выключи свет, включи фонарик, и да, это уже настоящая лава-лампа. И с этой стороны у нас то, что содержит наш набор. Ну, давайте откроем коробочку и сами все подробно посмотрим. Это у нас пластиковая бутылка, одноразовые перчатки для проведения опыта, краситель пищевой, предполагаю, что красного цвета. Это масло основа 25 мл. И еще такое же масло 25, и еще в сумме 100 мл. Две шипучих таблетки, подписано предостережение, как работать с красителем, будьте аккуратны, краситель красит руки и одежду. И подробная инструкция с картинками, предостережение. И смотрите, все в картинках, подробно, удобно и понятно. Так что давайте с вами приступать к опыту. Нам потребуется масло основа, краситель, шипучая таблетка, бутылка и дополнительно холодная вода. Так что в этом наборе у нас уже есть все необходимое, только нужно добавить воды. Сначала я хочу залить сюда воды и нашу воду покрасить, после чего добавлю масло. Открываем аккуратно пакетик с красителем и немного добавим. Можно сделать еще поярче, можно так оставить. Теперь добавляем масло основу. Вот что у нас получилось. И давайте добавим сюда еще воды. Что же мы сейчас наблюдаем? Вы знаете, что вода и масло не смешиваются, поэтому, когда мы добавляем воду, она опускается на дно бутылочки, а пищевой краситель смешивается с водой, но не смешивается с маслом. И теперь давайте запустим нашу реакцию. Для этого нам потребуются шипучие таблетки. В этом опыте предлагается таблеточку разломать на 4 части, чтобы подольше любоваться тем, что у нас произойдет. Но таблетки просто так вот вручную не ломаются. Придется воспользоваться, наверное, ножом. Ну что ж, вы готовы увидеть шоу пузырьков? Тогда запускаем реакцию. Что же мы теперь наблюдаем? Шипучая таблетка вступает в реакцию с водой, при этом образуются пузырьки углекислого газа. Эти пузырьки прикрепляются к подкрашенной воде и плавают. Отсюда получается такой эффект лавы-лампы.
Вот такой интересный опыт мы с вами сегодня провели вместе с набором Лава Лампа. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал Клуб Игры и Игрушки. И до встречи в новых видео. Всем пока!